29 ноября 2016 года, форт Сына, главное КПП, или же основное КПП, намерены с этого места сделать видеоролик на выезд на дорогу Люкенвальде-Ютербук. О, как правильно будет. Ворота открытые, как вы видите, мы только сейчас были там с вами. Я делал видео и фото. А, мы были, а я делал фото и видео казармы. Вот она в кадре справа, рядом со столовой. Погода замечательная, пользуясь случаем, попробуем сделать видео по дороге, проехать на велосипеде. Я уже было выехал, потом вернулся. Вспомнил, что давайте мы сделаем. Да, почему открыто ворота? Вывозится строительный мусор, что наломали летний период. В основном ломаются объекты, которые, мягко говоря, боксы. Там, где стояла тяжелая техника, какие-то еще сооружения, что мы там настроили. Типа такого. Боксы, какие-то ремонтные мастерские, что-то еще. Они там как щебень теперь вывозятся. Да, уже все рассказал, поехали. А, еще сниму я в эту фару, дребезжит, я уже убедился сегодня. Фару, вот она фара, сейчас я ее снимаю. Хотел быстро. Вот она. Она же и фонарик, когда мне нужно. Начинаем движение. Времени сейчас 12 часов 56 минут, то есть час. Мне еще пилить долго. Долго с лагерь. За спиной дорога идет на станцию форт Сына. Здание снесено уже лет 5, наверное, 6 назад. Фотографии, правда, у нас есть. Успел я кое-что сделать. Сейчас прямо по месту, где была станция, проходит скоростная дорога. Это ряд казарм форт Сына. Что-то еще будет беспокоить. Это что-то трещит, что-то. По дорожке едем. Давайте мы ускоримся. Конечно, многие ходили, ездили по этой дороге. Вот здесь уже справа начинается, была котельная, и какой-то, видимо, угольный склад был воинской части строителей. Снесено все, все объекты снесены, но на фотографиях все это присутствует. Есть у нас фото и видео, что успел сделать. Вот здесь где-то было котельная, по-моему, труба, как атрибут котельной. Вот тут где-то все это находилось. Хорошо было видно из здания казарм. Помню. Вот уже КПП. КПП-2. Что-то тут брякает. Да. Это здесь было ранее санчасть, общежитие. В этом здании рядом с КПП. Что-то я поторопился. Дыхание сбил. Вот здесь было КПП воинской части строителей. Вот аллейка еще сохранилась. Видно, что ряд деревьев. А вот КПП-2. Вот с правой стороны и далее все снесено. Далее с левой стороны будет спортзал, площадка. А вот все, что с правой стороны, жилые дома, другие объекты, более не существует, к сожалению.
как, впрочем, все объекты строительной части, что с правой стороны было. Там только сохранилась стела. Вот она видно там, если присмотреться. Стела и декоративный бассейн или фонтан. Ну, на фотографиях все объекты у нас есть. Ну, не совсем все. Я начал фотографировать, уже снос шел полным ходом. Кое-что успел, кое-что не успел. А далее, с правой стороны, уже будет, начнется расположение воинской части автомобилистов. Ничего не сохранилось, кроме некоторых атрибутов спортивного городка, стадиона. Вот мы переезжаем первый мостик речки, речушки. Речкой не назовешь, речушка Нута. Далее еще будет мостик. Она тут петляет по-всякому. О, ребят, кажется, колесо пробил. Что-то я чувствую, клацает. Хоть бы доехать до этого мостика. Тут не так далеко, но уже стучит. Давно не пробило. Ну, не все коту масленица. А там я буду менять уже колесо. Чувствую. Наверное, мы не доедем с вами до дороги на Люкенвальде. Ну, обозначимся. Вот с правой стороны был въезд. Ох, стучит крепко. Въезд к автомобилистам. Я в том году, в конце зимы или в начале весны, походил, посмотрел, кое-что нашел. Фото сделал, видео. Ух, как застучал. Все, ребята, приехали. Да, сейчас мы посмотрим. Сейчас мы возле моста дотянем. У меня с собой есть камера, есть чем заклеить инструмент. Вот уже впереди мостик еще один через Нута. А далее метров 100-150 уже будет дорога. Влево Люкенвальд, вправо Клостерцина, Ютербург. Ну и дальше, естественно, Алтеслагерь, минуя Нойеслагерь. Куда мне и надо? Мне надо Алтеслагерь. Вот речушка. Вот она. Шлагбаум сегодня открыт, поскольку тут работают с вывозом. Посмотрим, что у нас с колесом. Ну точно, сейчас угадать-то. Вот. Да. Уже ехать нельзя. Ну, не больно и хотелось. Всем всего доброго, до свидания. До новых встреч. 29 ноября 2016 года. Форсина. Вот прямо туда. Метров 100-150 будет. Там уже слышно, даже машины ходят. Тут в этой рыбке, в этой речушке форель, ребята, водится. Видел форельки сантиметров 30-40. Может и меньше есть, и больше. Не видал. А вот сантиметров 30 видел. Говорят, ранее не было. Ну, говорить-то, рассказывать хорошо. Покачу велосипед ближе, буду там менять. Кое-что. До свидания.